Сегодня поделюсь с вами нашей с мужем маленькой традицией. Почти каждую субботу мы ездим с ним на каршоу. Каршоу тут проходят по-разному, от приватных, уютных и спокойных до просто огромных ивентов. Сегодня самый обычный день, суббота, и автолюбители и коллекционеры приехали в ранчо Санта-Фе пораньше, чтобы занять хорошее место и выпить кофе с друзьями. Конечно же, все хотят похвастаться своим авто и, как правило, просто обожают, когда ты подходишь и задаешь вопросы, и проявляешь какой-либо интерес. Тут можно встретить редкие и очень редкие авто стоимостью от нескольких тысяч долларов до нескольких сотен и выше. В конце этого видео я приготовила для вас маленький бонус, огромную частную коллекцию. Я первый раз в жизни увидела коллекцию такого масштаба и хочу с вами этим поделиться. Ну а пока мы просто ходим, гуляем и рассматриваем красивые авто. А это мой самый любимый участок маршрута – поездка вдоль океана. Ну и как я обещала, показываю вам видео с частного мероприятия. Это все коллекция и гараж одного человека.